Свой день рождения Ленинский район отметил широкой культурно-развлекательной программой. Особое место в ней заняли творческие конкурсы. Фотоконкурс «Район, в котором я живу» стал самым масштабным. Авторы представили 87 работ в 5 номинациях. Жюри было очень сложно выбрать лучшие работы, потому что они разнообразны. Кроме того, 3 номинации были заявлены в конкурсе. И мне кажется, что каждый из участников заслуживает сегодня слов благодарности, потому что мы еще раз убедились, что жители Ленинского района действительно любят район, в котором живут. Они знают его историю, они знают его настоящее, они ценят его красивые объекты, они сами прилагают усилия к тому, чтобы наш город и район были еще более красивыми. Среди участников этого конкурса как настоящие профессионалы, так и начинающие авторы. Но все они уже мастера удачного ракурса и неожиданной интерпретации того или иного исторического события. Дипломы и награды получили фотохудожники, чьи снимки, запечатлевшие историю Ленинского района, сами теперь стали частью прошлого и будущего исторического сердца Бреста. Я фотографии по истории города собирала больше 13 лет. Уже сама сделала выставки, а тут, в общем-то, все востребовано, все в точку, все в норме, все это уже есть, все это готово, и к этому надо привлекать внимание. Я собираю старые фотографии и изучаю, потому что старые фотографии, во-первых, они очень много несут в себе визуальности, допустим, то, что мы порой где-то пишут, говорят, но созерцать, представить мы не можем, а визуально мы это видим. И порой информации даже об этом нету, но фотография говорит и рассказывает о прошлом, о том, что мы даже и об этом не знали. Поэтому как бы оно мне как бы тянет. Поэтому это есть тот источник истории, на которого я опираюсь. Самыми юными победителями и призерами стали учащиеся учреждения образования, участники литературного конкурса «Эссе», посвященного юбилею Ленинского района. Все свои впечатления и эмоции юные авторы изложили по одной теме – район, который сердцу дорог. На русском и белорусском языках ребята отразили свое отношение к малой родине, знаменитым людям района, порассуждали о своем месте и предназначении в жизни. Тема сочинения моего сочинения была «Я горд, что я родом из Бреста». Вот, и как бы было очень легко мне писать, довольно легко, потому что у нас очень замечательный город, опять же повторюсь. Вот, и мне достаточно было прогуляться по парку, посмотреть красоты. В общем, очень хороший город и очень легко писать. В каждой из работ, литературной или фотографической, любовь к городу, к родине и, конечно, к людям, которые живут и работают на этой земле, потому что они ленинцы, и это их история. Ирина Альшова, Григорий Пикарский, Антон Логовкин, телекомпания БУК-ТВ.